Привет, друзья! Мы шоу «Мурзилки Лайф», и нам уже... 20 лет! Каждый день мы поем для вас веселые музыкальные пародии. Их уже более 9000. А можно все посмотреть? Да, все они здесь, на канале музыкальных пародий шоу «Мурзилки Лайф». Друзья, поставьте лайк, сделайте репост и обязательно подпишитесь на нас. Это будет лучший подарок на наш юбилей. Короче, лайк, репост, подписка. А теперь... А теперь новая музыкальная пародия. Yes. Новый год и, конечно же, традиционный гусь на столе. Хотя бы в наших музыкальных фантазиях. Все прекрасно, когда гусь запечет. А сегодня энергичная музыка будет? Или это так? Есть энергичная. Это есть энергичная. Я вам приглашаю вас. Посидим давай на праздник по-домашнему. Мы за год не насиделись по домам. Чтоб с утра воздать салатику вчерашнему. Он как раз пропитался. Чтобы пробки от бутылок тут и там. Сервелат и сельдь под шубой перемелятся. Лягут рядом холодец и иваси. Только за полночь домашние осмелятся прошептать: уже пора. Гуся, неси, давай, горди. Гуся, неси, а это значит: гуляй да пей, Россия вся. Зайдет шампанское до донышка. Ой, до донышка. Загрохочет выстрел пробки холостой. Кто такой до донышка? И с экрана скажет наше ясно солнышко. Ну давай, скажу так и быть, Захар. Год, товарищи, тяжелый, вот, значит, непростой. Уговори. А кто ж говорить-то должен? Я уже тарелку сырную не хочется. Точнее, и уже, да. И буржуйского ОМОНа не прося. Тихо скажем, а 20-й-то закончился. Наконец-то. Ребята, чтоб он сдох, собака. Все, неси гуся. Гуся неси. На трезвый. Пора даже к столу, да? Уже. Это невозможно просто уже. Вообще все. Трело желудок после такой песни.